Свердловский филиал ПАО «Т+» закончил строительство блочной модульной котельной, находящейся по адресу Аграрная 67 и Петропавловская 45. Котельные отапливают 53 жилых дома, из них 25 домов это по улице Аграрная и 28 жилых домов по улице Петропавловская 45. Строительство было начато в 2020 году, были проведены изыскательские работы, был подготовлен проект и в 2021 году закончено строительство. Сейчас в данный момент и проходит пусконаладочные работы, последний завершающий этап. Начало отопительного сезона мы зашли уже на блочных котельных, жители сейчас отапливаются с них, котельная угольная выведена из эксплуатации. В данном котельном установлено 4 котла. Мощностью 0,8 мегаватт общая мощность. Котельная работает без обслуживающего персонала, полностью в автоматическом режиме. Сейчас мы завершаем пусконаладочные работы данной котельной. Значит, котлами управляет контроллер, шкаф общей котельной автоматики, то есть управляет полностью всем технологическим процессом данной котельной. То есть в зависимости от погоды включается необходимое количество котлов, и потребителям выдается необходимое количество тепловой энергии. Если раньше была угольная котельная, то, естественно, там посменно работали кочегары, закидывали в топку, значит, уголь, значит, смотрели за температурой, слушали жалобы, значит, жителей, да, которые там жаловались постоянно о недостатке горячей температуры батареи. Сейчас этого нет, сейчас автоматика позволяет делать все в автоматическом режиме. Более того, то есть все эти показания, которые мы здесь видим на данном контроллере, также нашего российского екатеринбургского производителя, они уходят в автоматизированное диспетчерское место, значит, локальных котельных. В 2021 году мы заканчиваем пусконаладочные работы на блочно-модульной котельной, находящейся по адресу Петропавловская, 45. Она подает тепло жителям 28 жилым домам. Здесь установлены новые современные котлы «Агуна», работающие на природном газе. Мощность котельной составляет 1,6 мегаватта. Котельная работает без обслуживающего персонала, так как оборудование котельной позволяет эту работу выполнять.